участники выставки и поклонники заводских талантов. Мы рады приветствовать вас сегодня на открытии выставки конкурса фото и изобразительного искусства 7-й Олимпиады искусств Одесского припортного завода. Этот конкурс самый любимый заводчанами и самый многочисленный. В этот раз 54 заводчанина смогли предоставить на суд зрителей и жюри свои творения. 10 участников в изобразительном искусстве и 46 участников фото. Несколько участников смогли предоставить работы и в фото, и в изобразительном искусстве. Оценивала ваша работа строгая, но справедливая судейская коллегия. Я приглашаю их на сцену. Известная южинская художница Деменишина Лариса Семеновна. Преподаватель Южинской школы искусств Никоряк Татьяна Ивановна, начальник лаборатории цехов и производства Миокапер Подколь Мила Игоревна и председатель жюри, начальник электроцеха Захаркин Игорь Владимирович. К сожалению, Людмила Игоревна и Татьяна Ивановна по уважительным причинам не смогли присутствовать сегодня, но вчера они принимали самое активное участие в обсуждении ваших работ. Мы в очередной раз решили объединить искусство и математику. Не знаю, всегда это, наверное, удается, но тем не менее мы это дело сделали. А смысл какой? Вот у нас 4 члена жюри. Каждый из членов жюри выбирал по 7 фотографий, которые ему понравились, или авторов, или фотографий. И выбирали по 5 картин. Мне понравились работы Венеция, вот Талов Игорь. «Насекомые» Болотова Валентина, «Одинокий пляж» Ханипова Анастасия, «Мой друг Филя» Сыроваткина Тамара Дмитриевна, «Убойка» Валерия «Неплохие работы», «Карпаты осенью». Просто всем и фотографам, и художникам я, как завжди, вдячна за те, що ви, крім того, що працюєте на заводі, підтримуєте це місто, ростете дітей, у вас ще вистачає серце, любові, душі на те, щоб творити прекрасне. Я просто схиляю перед вами голову. І хочу привітати вас з тим, що скоро настане весна, і цей світ стане ще трошки прекраснішим. І хочу побажати, щоб він став ще трошки світлішим, радіснішим для кожного з вас, мирним. Учасники награждаються грамотами 7-ї Олімпіади искусств Одеського припортового завода за активне участие. Шпаковский Иван Иванович, РЦ. Стагни Андрей Александрович, Бохов. Болотова Валентина Сергеевна, СОР. Присуждено гора Лариса Васильевна.
управления. Второе место — Шаргородский Алексей Васильевич, ЦБО. Третье место — Захаркина Анастасия Игоревна, ЦБО. И две поощрительные премии. Рева Александр Валентинович, у него очень интересные работы. И Захаркина Ольга Александровна, пенсионерка ЦБО. Раздел «Живопись». Первое место присуждено Талов Игорь Григорьевич, Вовка. Второе место — Харламова Ольга Олеговна, ремонтный цех. Третье место — Шегида Александр Иванович, котельный цех. И в «Живописи» поощрительная премия — Остропов Федор Федорович, пенсионер. Очень благодарим жюри за кропотливый труд и за нелегкие решения, и, конечно же, ваши аплодисменты. Фотографирую, когда мне вот что-то нравится и хочется передать. Природа, она меня, конечно, всегда вдохновляет на это, и люди вдохновляют. Зарубежную культуру тоже есть желание показать, вот как там люди живут. Я вижу, что очень много достойных конкурентов, вот есть дальше над чем работать. Мне многие фотографии как бы понравились у других участников. Вот, поэтому я как бы буду все равно в дальнейшем участвовать и, может быть, что-то новое буду искать. У мене ці роботи є, я займався фотографіями. Мати мене благословила на пасіку. Один вулик художньої форми зробила Кандакова Анна Миколаївна із заводу, художниця. Потім був друга робота, там на суботник був, 30 березня у 12-му році, на Святого Олексія. То ми садили липи, брат привіз з Київської області. Далі робота рій, вилетів рій і сів на забор. І потім на території Свято-Вінницького храму ми посадили подсолнух. І я засняв перший подсолнух, який він таки зійшов. Там є такі слова: все починається в житті з малого. Зернинки хліб з промінчика зоря, а шлях до меду золотого залежить лише від доляра. І остання робота — батьківська пасіка. Той вулик в Свято-Вінницькому храмі. Пасіка на території церкви є. А то у нас спілка пасічників міста Южного є, то ці бджоли знаходяться на території спілки пасічників. Thank you.
Це не мої знайомі, це просто працівники заводу. І мені приємно подивитися на їхні роботи, усвідомити те, що вони не лише працюють на благо власної держави, ще й надзвичайно талановитими людьми. Виставки фотомистецтва мені надзвичайно сподобалися роботи. Б хотіла їх відзначити Єгора Бориси Васильівні. Надзвичайно гарні пейзажі. А з живопису гарні усі роботи і всі надзвичайні молодці. За допомогою олімпіад вони можуть виразити себе у спорті, у мистецтві, в інших якихось сферах, тобто розвиватися гармонійно, не лише завжди працювати і показувати свої таланти і ділитися з ними з оточенням. Фотографією я займаюся вже досить довго, ще зі школи, але в різній, так скажемо, ступені зайнятості фотографією. Коли більше, коли менше. Ще колись була плівка, потім перейшли на цифру. Цифра, звичайно, легша і для обробки, і для того, щоб бачити результат одразу. Я більш люблю фотографії людей, фотографії життя. У мене є і пейзажі, але такі портрети, якісь цікаві моменти мене більш, цікавлять. Минулого разу я зайняв перше місце в конкурсі, на цей раз, на жаль, ні. Ну, це ж не спорт, тут не штанга, що ти підняв там 150 кілограм і ти переможець. Тут досить складно оцінити, я розумію, суддів дуже важко вибрати. В даній олімпіаді, вже четвертий. Я приймав цю олімпіаду в відеоконкурсі за перше місце і от фото зараз прийняв участь. Вы слышали, что у нас было 4 члена жюри, каждый из выбирал по 7 фотографий, кому, какие ему понравились, или там авторы, или фотографии. Потом мы собрали и посмотрели, кто имеет один голос, кто ни одного, кто два, кто три, кто четыре. Ну, 4 голоса у нас никто не набрал, а вот 4 человека набрали по 3 голоса. Мне понравилась работа Лановская Людмила в гармонии с природой. Вот понравился очень Селезнев Александр, Берег, его работа. Ахременко Олег, хорошие работы. Манчинский Алексей. Мы единодушно вот признали, что Лариса Гора, вот они как раз эти работы, 3 работы наверху. Они такие воздушные, живые. Первое место определено правильно. Мы все обратили внимание, сразу я вам сейчас скажу, на работы Талах Игорь Григорьевич. Есть очень хорошие работы. Чувствуется, что люди увлекаются. Сейчас это, конечно,
когда появилась цифровая фотография, стало намного, ну, где-то проще, где-то не проще. Ну, наверное, доступнее стало это дело. Потому что сам процесс проявления, печатания, он, конечно, требовал более таких глубоких знаний, умений. Сейчас проще. Ну, это радует, что люди увлечены. Я сам люблю фотографию, в общем-то, занимаюсь очень давно и нахожу отдушину в жизни.